Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я студент русского языка на третьем курсе в Мешхедском университете имени Фердоси. У меня звонит вопрос, почему русский алфавит называют кириллическим? Здравствуйте, уважаемые зрители! Алфавит – это система графических знаков, закрепляющая форму их начертания и последовательность, и обеспечивающая тем самым возможность письменной коммуникации и обучения письму. Знаки, входящие в алфавит, их называют буквами, имеют соответствие звуковой или фонетической системе языка. Таким образом, строится взаимосвязь устной и письменной форм существования языка. Алфавитный принцип появился еще в конце второго тысячелетия до нашей эры. Первый из известных нам алфавитов – алфавит финикийский. Нужно отметить, что алфавитная система письма не является единственной. В отдельных языках существует также идеографическое, слоговое и словесно-слоговое письмо. Однако алфавитная система, несомненно, оказалась наиболее эффективной и отвечающей потребностям человека. Русский алфавит относится к группе кириллических алфавитов, возникших на основе старославянской азбуки. Эту старославянскую азбуку и произошедшие от нее алфавиты современных языков называют также кириллицей. Данное название восходит к имени Кирилла, выдающегося просветителя и проповедника христианства среди славян. Кирилл и его брат Мефодий, жившие в IX веке, считаются создателями первых славянских азбук – глаголицы и кириллицы. Славянские азбуки были разработаны братьями-миссионерами для перевода священного писания на славянские языки. Кирилл и Мефодий канонизированы и почитаются как святые и православной, и католической церкви. В мире насчитывается около сотни языков с кириллическим алфавитом. Это прежде всего языки славянских народов. Русский, украинский, белорусский, болгарский, сербский, а также ряд неславянских языков народов СССР. В нашей стране особый статус кириллицы официально закреплен. Согласно закону о языках народов Российской Федерации, в Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Русский язык – великий, могучий и гармонично сочетающий устную и письменную формы.